По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги в процессе совершения Шри Навадвипдхам Мандал Парикрама мы прибыли к месту рождения Шри Чайтанья Махапрабху, Йога Пит. This parikrama was the first performed by Nityananda Prabhu. He took Srila Jiva Goswami on the parikrama of Navadvipa. Nityananda Prabhu был первопроходцем этой парикрамы, потому что он первым совершил эту парикраму, взяв с собой юного Джива Госвами. After that, the disciples, Shishya disciples of Srila Jiva Goswami, Narottamdas Thakur and Srinivas Acharya, along with Srinivas Acharya's disciple Ramachandra Kaviraj, they came to Navadvipa. And when they first arrived, they came here. Позже уже Шикша ученики Джива Госвами Пада, Шрила Нарутамдас Такур, Шриневас Ачарья и Рамачандра Кавирадж, они тоже посетили Навадвипдхаму и совершили парикраму тут. So when they arrived here, at the home, the house of Jagannath Mishra, и когда они пришли сюда, к дому Джаганатха Мишры, one servant, who was a servant in the house of Sati Mata, throughout the whole pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, his name was Ishan. He was quite old at that time, and he was still staying here. Ishan Thakur, уже очень преклонном возрасте, который был слугой в доме Шачи Маты и служил там во время всех лил Чайтанья Махапрабху, он продолжал жить там, в этом доме Джаганнатха Мишры. So when they came here, they saw Ishan Thakur and he was continuously weeping. И когда Прабху пришли сюда, они застали тут заплаканного Ishan Thakura. And he was saying, oh, underneath this tree, this is where Ratnagarbha Acharya, the first person who taught Srimad Bhagavatam to Jagannath Mishra, he used to sit beneath this tree and recite Srimad Bhagavatam. Ishan Thakur все время вспоминал, говорит, вот под этим деревом Ратнагарбха Ачарья, тот, кто первый рассказал Шримад Бхагаватам Джаганнатхе Мишре, тут он сидел под этим деревом и читал Шримад Бхагаватам всем. And when Nimai Pandit heard the verses of Srimad Bhagavatam, he became ecstasy and fainted near beneath this tree. Под этим деревом, когда Нимай Пандит услышал стихи Шримад Бхагаватам, он потерял сознание. Oh, this is where Nimai, when he was a little boy, he was very naughty and restless, and he used to steal butter from the houses. А вот тут маленький Нимай все время шалил, он воровал масло из домов на Навадвипаваси, подобно некоторому персонажу, о котором все знаете. И когда маленького Нимая ловили в своем доме брахманы, хватали его за руку, он начинал каяться, он падал, прижимался к их ногам и рыдал, и говорил, умоляю вас, умоляю, не рассказывайте папе ничего. Слезы, как капли нектара, струились из его лотосных глаз. Очарованные красотой его лица, Брахман отпускал его, сказал, ну ничего, если ты голодный, приходи каждый день, кушай у меня дома масло. In this way, Ishan Thakur was, because he saw with his own eyes these pastimes. И так как Ishan Thakur был свидетелем всех этих удивительных лил, он
And he was passing his days just drowning in separation from Nimai Pandit. Вот так последние годы своей жизни он проводил, погруженный в воспоминания лил Гауранги Махапрабху. Shrivasacharya Narottamdas Thakur and Ramachandra Kaviraj, they requested him, Oh Ishan Thakur, be merciful to us. Can you take us on Navadvip Dham Parikrama? Narottamdas Thakur, Shrivasacharya, Ramachandra Kaviraj, они попросили Ишана Такура взять их на парикраму по Навадвип Дхаме. Ишан Такур became very grave. Ишан Такур принял такой суровый облик. The mysteries of Navadvip Dham are beyond the comprehension of great demigods like Brahma and Shiva. С очень серьезным выражением лица он сказал, таинства Навадвип Дхамы, они непонятны даже Господу Брахме и Шиве. What do I, very insignificant and fallen person, what can I say about Navadvip Dham? Кто я вообще, ничтожный, падший человек, что я могу вам поведать о славе Навадвипа Дхамы? I'm sorry, I cannot. Простите меня, пожалуйста, я ничем помочь вам не могу. Но я хочу, чтобы вы погостили тут в этом доме сегодня, заночевали. Тогда эти три вайшнавы решили провести ночь. Через некоторое время Ишан Такур вернулся к ним. He said, because he was inspired in his heart by Chaitanya Mahaprabhu. Так как к тому времени у него в сердце появилось вдохновение от Чайтани Махапрабху. I'll be ready tomorrow morning. I'll take you on Navadvip Dham Parikrama. Он сказал, знаете что, готовьтесь, утром я все-таки поведу вас на Навадвип. Я вас отведу в Навадвип Дам Парикраму, все, что я знаю, я этим с вами поделюсь. Don't think that you know Navadvip Dham and Navadvip Dham Parikrama. Ishan Thakur, eternal associate here, who saw all the leaders, he's saying, I don't know if I can. Поэтому вы никогда не думайте, что вы знакомы с Навадвип Дхамой и знаете, о чем парикрама. Если сам вечный спутник Господа, который был свидетелем всех его сокровенных лил, говорит, что мне нечего сказать по поводу Дхамы, я ничего не знаю. So then all three Vaishnavas became very ecstatic and they took rest in the evening with great anticipation. Tomorrow we can И тогда трое вайшнавов уже засыпали в таком радостном настроении, предвкушая следующее утро, что они отправятся на парикраму. So Shrinivasacharya, when he was lying down, he could not sleep. Shrinivasacharya долго не мог заснуть. He was looking around the house. Он смотрел по сторонам, смотрел на дом. He was made of bamboo. Потому что изба это была мазанка, там все было из глины, из соломы, из бамбука. He was thinking, the supreme personality of Godhead, Sri Krishna, appeared in the form of Satchinandan Gauri here in the house of Jagannath Mishra. Why is this abode made of such trifling, insignificant materials? Ему было непонятно, как Верховный Господь Шри Кришна пришел на землю в облике Шачинандана Гаура Хари в доме Джаганнатха Мишры, как он мог жить в таких скромных условиях, как в этой избушке соломенной. And also, why is it that I was born at a time and in a place where I just missed the Navadvip Lila of Gauranga Mahaprabhu? Alas, alas, I missed it. Он не дом... I was so close. We were also so close, only 500 years later, but he was like, you know, Он недоумевал по поводу аскетичности вот этих вот этого усадьбы и также думал, почему все так скромно. А с другой стороны, он сокрушался, как же я пропустил эти лилы, вот я чуть-чуть опоздал только, запоздал родиться. Мы с вами тоже чуть-чуть запоздали, буквально на 500 лет, но он запоздал на гораздо более короткое время. Two thoughts in his mind. И вот мучаясь от этих двух мыслей, засыпал с этими двумя мыслями, он в пыли Навадвип Дхамы. But the dust of Navadvip, chinta mai bhumi kaap vriksha mai abhan. Whatever is your chinta, then that will be fulfilled. Так как у него были эти чинты, две мысли, а пыль Дхама это чинтамани, то есть исполняет все пожелания. So as he fell asleep by the influence of Prauda Maya, и засыпая под влиянием Прауда Майи, he saw
that he was traveling on the way to Navadvip, just like he was earlier that day. Он увидел, что он путешествует по направлению к Навадвипе, подобно проделал тот же самый путь, который он уже проделал в этот день. But instead of seeing some straw huts in the distance and some trees, he saw a very beautiful, shining, golden town. Он знал, что он движется по направлению к Навадвип-даме, но в этот раз вместо соломенных избушек и кокосовых пальм он увидел нечто другое перед собой. It looked more beautiful than Alaka. That means the city of the treasure of heaven. Увидел великолепный город перед собой, который пышностью превосходил столицу казначея Куверы, где хранятся все деньги Индры. Он подумал, вот так выглядит Майяпур. Издалека он поклонился Майяпуру. As he entered into this very beautiful town, he saw in the middle there was one abode with very high walls made of gold. И приблизившись к этому городу, он увидел такое возвышение, такой дворец с огромными воротами, сделанными из золота. И пройдя вот через эти ворота, за золотую стену, он оказался в красивом саду. И увидел перед собой озера. Это огромное озеро с расстоянием в 1 километр. Он увидел красивые озера, там такие причалы, сады. И там перед собой увидел дом Джаганната Мишры. It was more beautiful than the palace of Indra. Он зашел внутрь и увидел, что это место превосходит красотой дворец Индры. Vishwakarma, the architect of the demigods, would become embarrassed seeing this. Вишвакарме, зодчию зрачных планет, было бы стыдно, если бы он увидел великолепие этого дома. Он увидел возвышение, такое симхасану, трон из золота и самоцветов, украшенный шелковым балдахином. И на этом троне восседал Гауранга Махапрабху. Was his consort Lakshmi Priya? По одну сторону от него. And on the other side is consort Vishnu Priya Bhushan. И по обе стороны от Махапрабху сидели его супруги Лакшми Прия и Вишну Прия, Бу и Шри Шакти. Vishnu Priya and Lakshmi Priya, they were surrounded by millions of maids, beautiful maid servants. А рядом с каждой из супруг стояли миллионы служанок, очень красивых. And some of them were fanning with chamaras, some were bringing tambur, some of them were bringing drinks and different preparations. Некоторые омахивали Господа и его супруг, некоторые приносили тамбулу, напитки. And Шривасачарья was amazed. Шривасачарья был очень впечатлен увиденным. And then suddenly he woke up. И вдруг он проснулся. And he was lying on the ground in a straw. И увидел, что лежит на земле в этой избушке соломенной. Он подумал, что это было? Подумал, вот как по-настоящему выглядит Джаганнат Мишра Бхагаван. Он понял, что то, что он видел глазами, это не было Джаганнат Мишра Бхагаван. То, что вы слышите, видите ушами, то это и есть Джаганнат Мишра Бхагаван. А то, что вы видите, это не является Джаганнат Мишра Бхагаван. Of the Antapur Vilas. That means the Vilas of Mahapu in the Antapur, the inner chamber with all his Shaktis. То, что он увидел в этом откровении, это был Антарпур Лила Вилас, то есть Махапрабху со своими супругами и их прислужницами. Антарпур Вилас. Антарпур Вилас. So then Шринивасачарья, Правда Майя снова усыпила Шринивасачарья. И во сне снова оказался в доме Джаганната Мишры. Он хотел походить по дому, посмотреть. Он услышал какой-то звук. Красивый, радостный звук. И он
двинулся по направлению к этому звуку и увидел Панчататву, увидел Махапрабху, Нитянанда Прабху, Адвайта Ачарью, Шривастакура, когда-то Панчататву, которые были погружены в нектар киртана. The waves of praying of Radha Krishna's Rasalila are flowing, then it's coming into the heart of all of his associates and those waves are making them dance. То есть вот эти волны океана любви. The waves of the Rasalila are making the dancing in the Mahakirtan. Волны любви Радхи Кришны, вот эти волны Расалилы из Кришна Лилы побуждают Махапрабху и его спутников танцевать. And Murari Gupta was there. Мурари Гупта тоже присутствовал там. Гангадас Пандит, Шрила Харидас Тхакур, Нарахари Сакар, Нанданачарья. Все спутники Махапрабху из Навадвипа. Но не только они, там еще был Ишвара Пурипа, учитель читания. И даже Мадхавендра Пури там был, его парангуру. Шесть госвами были там в этом киртане. Рамананда Рай, Сварук Давада. Даже царь Пратапарудра был в этом киртане. Все близкие спутники Махапрабху из Пури. К этому времени все эти личности уже ушли из земли, но Шринивасачарья увидел, как они все участвуют в киртане читании Махапрабху. И сейчас Шринивасачарья увидел киртан Вилас. И вдруг снова проснулся. В доме было очень тихо, была ночь. Прадамая снова усыпила его, отдавила ему навеки, и он заснул. И снова оказался в Джаганат Мишра Бхаване. Он увидел, что Махапрабху восседает на троне. Увидел, что Господь восседает на троне, четырехголовый Брама, пятиголовый Шива, тысячи Оки, Индра и все деваты проводят арати Господу. Это он увидел Айшвария Вилас. Это измерение. И опять проснулся. И снова Прадамая усыпила его. In each time he was going to sleep, then Prabhupada was giving him the vision. Then he saw the Dwarka Vilas. Снова и снова он засыпал и просыпался, и Йогамая показывала ему эти разные измерения. Он оказался в Двараке вместе с Рукмини Сатьябамой. Потом он увидел Мадхура Вилас, Васудева, Деваки там. Затем он увидел Бриндаван Вилас. Раса Лилу Радхи Кришны. И затем, один из раз, когда он заснул, он увидел Никунджа Вилас. Увидел Радха Мадаву, которые сидели в очаровательной кунже. Им служила Рупа Манджари, которая омахивала их. Рати Манджари массировала стопы. Мани Манджари приносила тамбулу. Мани Манджари. Он и есть Мани Манджари. Мани Манджари есть Шринивасачарья. Он увидел свою сварупу, как он служит божественной чите в облике Мани Манджари. Это откровение он получил по милости Навадвип Дамы. Это и есть паломничество по Навадвипдаме, парикрама. Не просто ходить и фотографировать все, ходить куда-то в туалет. Like Shrinivasacharya, how he is completely absorbed and with complete faith, and by the mercy of
Mahaprabhu admits in another book, he's actually experiencing the transcendental love itself, divine transcendental love. Надо следовать примеру Шринивасы Чарина, того, как он совершал эту парикраму, как целеустремленно и сфокусированно. So this is why our Srila Jagannatha Swami Maharaj gave the advice, and Srila Bhaktivinoda Thakur established, but then Srila Bhaktisiddhanta Thakur built the actual temple here. With the, on the this side of the altar is the Sankirtan Vilas of the Panchatantra. In the middle of the altar is the Antapur Vilas, and on the left of the altar is the Nikunja Vilas. So three of the visions of Srinivasa Acharya are manifest before our eyes here by the mercy of Srila Jagannatha Swami, Srila Bhaktivinoda Thakur, our Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. И поэтому Шрила Джаганатдас Бабаджи посоветовал Бхактивинода Тхакуру установить три алтаря вот тут в Йога-Питхи, которые соответствуют откровениям Шринивасы Ачарьи, что Киртан Вилас справа, потом в центре вот это Антапур Вилас, где Господь Гора Нараян сидит с обеими супругами, и затем Лила Вилас Рада Мадава. So on the 9th of February 1486, 9 февраля 1486 года мама Шачи родила прекрасного сына тут. Несмотря на то, что она уже достаточно была такой взрослой. То есть ей уже было 45, и до этого у нее очень много было недоношенных детей, 8 девочек, которые умирали. Наконец-то ей посчастливилось вот родить этого мальчика Вишварупу. Sri Krishna himself, the supreme personality of Godhead, Rasa Chaitanya Sri Krishna, combining with Srimati Radhika, has appeared as the Sadhav Sachi. А позже уже наконец-то сам Господь Шри Кришна, украшенный настроением и цветом тела Шримати Радики, явился из лона мамы Шачи. He appeared at the time of a lunar eclipse. Он родился во время лунного затмения. So lunar eclipse is considered very, very inauspicious. Затмения считаются очень неблагоприятными явлениями. At the time of the eclipse, then Rahu will come and will take away all your good karma. Шараху Кету они создают затмение и забирают всю вашу хорошую карму. If you don't take precautions to protect yourself. Если вы неосторожны. So actually, most of the people of Navadvip, they were almost all materialistic. They were not devotees. В это время в Навадвипе большинство населения они были материалистами, обывателями. Их не интересовало духовность. But because they were very concerned about karma kanda and ritualistic activities for worldly enjoyment, when it was a time of eclipse, everyone to protect themselves, they were in the Ganges and chanting, Hari, Hari, Hari. Но они относились серьезно к своему здоровью, деньгам и благополучию, поэтому все прислушивались к астрологам, когда наступали затмения, все забегали в Гангу и громко кричали «Хари, Хари!». А это предвещало приход Верховного Господа, эти громкие возгласы «Хари!». И в этот же день Адвайта Ачарья чувствовал какую-то необъяснимую радость. Несмотря на то, что он сам активно, постоянно призывал Верховного Господа явиться на земле, он не знал о его приходе, но чувствовал какую-то необъяснимую радость. И в этот день думал, что-то хорошее происходит, не ведая, что по соседству от его дома родился Верховный Господь. Лила Господа очень сладкая. Адвайта Ачарья так усердно молился Господу, чтобы тот явился на землю, и когда узнал, что у соседей родился сын, он пришел навестить их, принес гостинцев, погладил малыша по голове, сказал, какой хороший сынок у вас. So Krishna has said, Nahamuta Kasha Savasara, Yoga Maya Samavita. I am not visible to everyone due to my Yoga Maya. So we can say, Naham Prakasha Sarvasya, Bhavana Maya Samavita. Кришна объясняет, что я невидим для всех из-за влияния моей йога майи. И то же самое можно параллельно сказать из-за моей крода майи. Господь Гауранга Махапрабху не виден всем. So, the moment he was born, he made everyone chant. И как только он родился, с момента рождения он заставил всех повторять святые имена. Even as a little baby, he would make everyone chant. Даже будучи маленьким, он все время заставлял всех повторять святые имена. If he saw, when he was
saw a bird in the sky, he would say, oh, give me, give me. Когда он маленький видел птичку, пролетающую в небе, он говорил, дайте мне ее, дайте. А взрослые говорили, мы не можем тебе дать эту птичку, он начинал реветь. И тогда начиналась истерика, что не дали птичку. И они никак утешить его не могли успокоить. Со временем они придумали, кто-то из них заметил, что как только они говорили что-то как Харибол, Харибол или Хари Кришна, он замолкал и успокаивался. Когда ночью мама вынесла его во двор, он увидел луну, он тут же сказал, дай мне. И вот так он хныкал все время. И тогда его успокаивали Хари Кришна. И однажды он устроил большую истерику. Соседи прибежали. Но малыш не переставал плакать. Они сказали, ну что мы можем, что ты хочешь, что ты хочешь? Он сказал, сегодня Экадаши. Маленьким детям, которые младше 5 лет и людям, которые старше 80, они не должны следовать. Им нет необходимости следовать Экадаши. Он был еще маленький. Он сказал, так как сегодня Экадаши, а там в Годрум Двипе есть два брамана, Джагадиш Пандит и Хиранья Пандит. Они сами сегодня постятся строго, но приготовили очень много вкусных блюд для своего божества. Я хочу покушать эти блюда. Ашбхаджи Мадаска, это не разрешается в Писании. Она подумала, ему всего лишь 5. Но даже ребенок не имеет права поедать Богу, которая готовится для Господа. Но один из соседей сказал, но он не перестанет плакать. Давайте я лучше схожу и попрошу у них еды. И он ушел в Годрум Двип, пошел в дом этих браманов. Я сказал, сын, и сказал этим пандитам, что вот сын Шачи, он не перестанет плакать, он сказал, что он перестанет плакать, только если вы дадите ему попробовать все эти блюда, которые вы сегодня приготовили для Господа Вишну своего. Krishna are very, very clever. Те, кто совершает баджан
очень хитрые и умные. For those who are always serving me with affection, I give them the intelligence by which they can come to me. Сам Кришна говорит, тем, кто служит мне искренне, я их наделяю разумом, с помощью которого они придут ко мне. So when they heard, oh, how can a little baby know that it's us? И они подумали, откуда маленький ребенок знает, что сегодня Джаганиш Пандит и Хиранья Пандит, они подумали, откуда маленький ребенок знает, что сегодня Экадаши. Откуда он знал, что мы сами постимся и сделали много блюд для своего Вишну? Тут какая-то тайна кроется. Взяли свои, все эти блюда, подношения и пересекли реку и пришли сюда в дом Шати. Маленький Нимай, увидев, что пришел, еда пришла, он обрадовался, перестал плакать, стал поедать, все лицо было в еде. А Джагадиш Пандит и Хиранья Пандит смотрели на него и сказали Джаганнату Мишу, у тебя необычный ребенок. И кажется, что Господь Нараяна вещает через уста твоего сына, потому что иначе как он мог знать эти все вещи? И Нимай постепенно подрастал. Мундан. Папа провел самскару, Мундан побрил голову сына. И проколол ухо ему, Карана бет самскару. А потом надо было провести самскару, начать образование, чтобы он написал первую букву А. Джаганнат Вишва с любовью учил сына писать буквы. И ребенок на лету складывал все. Один раз он показывал ему, он тут же запоминал. Через несколько дней, то есть через пару дней он уже изучил все слоги, состоящие из согласных. So now he was ready. И был готов уже. And he would spend hours just writing Mukunda and looking at it. И он часами сидел, писал Мукунда и таращился, написал и смотрел. Он сидел и писал. Имена Кришны выписывал и улыбался, глядя на то, что он написал. Обычно дети очень гордятся, когда они овладели уже искусством правописания, и это радует их, что они способны писать. А он, читая имена Кришны, очень радовался. As he began to grow, he was very naughty. И в детстве он шалил постоянно. Jagannath Mishra did his Upanayan Samskara. Когда Jagannath Mishra провел церемонию, дал браманский шнур сыну Upanayan Samskara. His initiation. Дал ему посвящение. So he was given, when all the villagers came and saw all this little boy when he was 8. Когда это произошло, когда ему было 8 лет, все... When they put the brahmin head on him, then everyone saw, oh, it looks beautiful, like Anantadev himself is embracing it. И когда все Навадвипа-баси, все жители Навадвипы участвовали в этой церемонии, когда на мальчика одели браманский шнур, им показалось, что это сам Ананта-шеш. В руке одной была данда, и камандалу, кувшинчик другой. И оленья кожа на нем, шкура была настоящая. Им показалось, что перед ними стоит Вамандев, Господь Вамандев. В Шримад-Бхагаватам описано, как Господь Вамандев получает Упанаян Самскару.
Намаскару, то есть этот уповид. И так как Нимая было всего лишь 8, он был очень похож на Вамадева. So then, what you have to do after your Upanayana Samskara? А после Самскары что нужно? Бикшам Дэхи. Надо идти собирать подаяние. So then, little Nimai was going and begging from the older mothers. И маленький Нимай пошел и стал просить у женщин пожертвовать. So just like all the wives of the demigods and all the wives of the great sages came and gave bhiksha to Lord Vamadeva. Same leela took place here, and all the demigoddesses and the wives of the rishis, like the wife of Atri Rishi, Anusuya, Arundhati, the Devahuti, and all, they came in the disguise of the Brahmin ladies and they gave alms to the Vaman Sarupam Devan. Вот эта лила, с того, как Вамандев получает, просит подаяние у жен всех девот и великих мудрецов, повторилась тут на земле, и все эти же богини и также жены великих мудрецов присутствовали тут в обликах местных жителей. These are the milestones in the life of your child. If you have a child, these are the milestones. Это важные события. Вот эти самскары — это важные события в жизни ребенка. If you want to be in Gaura Paribar, the family of Chaitanya Mahaprabhu, вы должны знать, если вы хотите, then you have to hear, be part of the family and participate in the milestones of his life. Хотите быть на Вадвипа-басе, если участвуете в Лила Гуранги Махапрабху, вы должны быть знакомыми с вот этими важными этапами развития Нимай Пандита, его жизни, этими самскарами. So then, Jagannath Mishra came to the school of Gangadas Pandit very nearby. И затем Jagannath Mishra отдал сына в школу Гангадас Пандита, в Рудрадвипе. Мы посетим эту школу позже. So, Nimai was studying at school. И Нимай обучался там, в этой школе. And he was very precocious. Был очень озорливым. Hearing all the rules of grammar only one time, and the commentaries, and the commentaries on the commentaries. And he memorized everything. Нет, он был отличным учеником, он все схватывал на лету, запоминал. Один раз он слышал какое-то правило, он навсегда запоминал его. And he used to quarrel with the other children. И все время спорил с другими. So just along the Ganga here, there are so many beautiful ghats waiting places. Вдоль Ганги есть много красивых гатов, you know, спусков к реке. You know, вы знаете наизусть имена всех этих гатов? Then how will you know where to go? Если вы не знаете, как вы будете знать, куда вам идти? If you want to be one of the classmates of Nimai. Если вы хотите стать одним из одноклассников Нимай Пандита. We want to have one swarup. In the Krishna Lila, maid servant of Radhika, and another swarup as a Brahmin boy in the school of Gangadas Pandita. Нам всем нужны две сварупы. Одна в Лила Кришны в облике юной служанки Радики, а другая сварупа в Гора Лили в облике одноклассника, маленького брахмана, друга Нимай Пандита. И позже, когда Нимай Пандит откроет собственную школу, мы хотим учиться там, у него. So, the first ghat is the Vridashiv ghat. Первый уступ туда к Ганге — это Vridashiv. And then the one closest to Mahaprabhu school is called Mahaprabhu ghat now. А самый ghat, ближе всех расположенный к школе Махапрабху, называется теперь Махапрабху ghat. And then after that, then Jagai Madhai Ghat. Также есть дальше Jagai Madhai Ghat. Then Barakona Ghat. Barakona Ghat. That's where Nimai defeated Kesha Kashmiri in debate. Barakona Ghat — это там, где Махапрабху одержал победу в дебатах с Кеша Кашмири. Nagariya Ghat. Nagariya Ghat. Where girls, young girls used to go to bathe. Там, где омывались юные девушки обычно. Where Sachimata first laid eyes on a very young, beautiful girl Lakshmi Priya and thought, это там, где мама Шачи заметила Лакшми Прию, присмотрела ее для своего сына. So Nimai Pandit, after being in school, he used to go from ghat to ghat and quarrel with all the children there, the other students. После школы Махапрабху ходил от ghata к ghata и там вступал в перепалки со всеми другими школьниками. So the oldest students,
Когда старшие студенты видели, что младшие ученики ссорятся, они присмиряли и говорят: о чем вы там спорите? Угомонитесь. А маленькие в это время обсуждали комментарии на комментарии на комментарии на санскритскую поэзию. А старшеклассники, такие как Мурари Гупта, которые были старше Махапрабху, они подходили к этому маленькому Немаю и говорят: «Чё так возгордился?» Он говорит: «А чё, чё, спросите меня, что хотите?» Они говорят: «Ну что ты, почему у тебя такое большое эго?» Он сказал: «Да я вам говорю, вам спросите меня что угодно». Они сказали: «Хорошо, тогда объясни комментарии, но вот эти те комментарии, но те комментарии вот этой сутры». И на лету, не мешкая, он тут же отвечал на их вопросы, цитировал эти комментарии, пояснял их. Потом начинал опровергать эти комментарии. А потом говорит: кто хочет доказать эти комментарии мне? Никто не осмеливался даже ответить, и он сам тогда восстанавливал авторитет аргумента. И старшеклассники вообще тоже не верили, насколько гениален был этот малыш. Но он одновременно с гениальностью проявлял дерзость, высокомерие постоянное. Приходили на берег Ганги, чтобы почитать свою шалаграм шилу, там читать Бхагавад-гиту, поклоняться Ганге, омываться, там медитовать гаятри мантры. Перед пуджей они омывались. Но он наводил полный беспорядок там. Своим присутствием тут же все приходило в хаос. На него постоянно жаловались папе Джаганнату Мишри. А еще хуже, он ходил еще туда, где купались девушки. Он выжидал, пока они помоют волосы, они там распускали свои волосы, он собирал всякие колючки, шипы и бросал им пригоршню прямо в волосы, они вцеплялись, эти ёршики уже невозможно было вычесать оттуда. Репейники. Репейники им кидал в голову, и они с ними оставались. А девушки там приходили поклоняться Ганге, они приносили сладости, бананы. Он подходил, крал у них с подносов эти сладости прямо. Бананы. Девушки возмущались, кричали: «Ты что делаешь? Это подношение для Ганги». Какая разница? Она моя жена. Не страшно. Лучше мне поклоняйтесь. Они, возмущенные богохульством таким, сказали: «Мы твоей матери пожалуемся на тебя». Он сказал: «Что? Так, я сейчас вас прокляну, вы когда выйдете замуж, у вас будет старый муж, во-первых, и не очень энергетичный супруг вам достанется. Вам этим мужем старым придется делиться еще с другими пятью женами». Это, конечно, пугало, потому что проклятие брахмана, это особенно такое, это пугает девушек. Иногда он к маленьким девочкам подходил и говорил: «Выйдешь замуж за меня?» Или вообще набирал полный рот воды и плевался этой водой на них. Поэтому жалобы очень часто поступали в дом мамы Шачи. Однажды брахманы, уже целой делегацией, пошли жаловаться Джаганнату Мишре. Джаганнат Мишра, твой сын вообще ужасно себя ведет, угада. Ты знаешь, я омываюсь перед пуджей, он подходит и плюется на меня. One of the brothers said, I was standing in the water, remembering my guy, and he climbed on my shoulders. And then he jumped off my shoulders into the water, dived into
закрытыми глазами стоял, пометовал мантру, он забрался мне на плечи и нырнул с моих плечей в воду, крича: «Я Махеш!» А мне еще хуже пришлось, сказал другой браман. Я медитировал, он под водой меня схватил за ноги и потащил под воду. А третий браман сказал, он украл мою Бхагавад-гиту. А другой сказал, у меня шивалингу украл. А я, говорит, готовился провести пуджу Шалаграм Шили, а он убрал мою Шалаграм Шилу с алтаря, сам сел на алтарь и стал поедать все, что я там собирался предложить Шалаграм Шили. Я ему спросил, ты что делаешь? Он сказал, ой, я позабыл что-то, забылся, прости. Сказал, да, я забылся, хорошо, что ты напомнил. Взял сандаловую пасту и стал себе на лоб наносить. Один брахман сказал, ты знаешь, что когда мужчины принимают омовение одного гата, а женщины у другого, он бегает и меняет их одежду местами. И саньяси приходится одевать сари чего-то, когда он выходит из воды. А бабушка колпины саньяси должна одеть и тряпочку поверх себя. А он сидит и гогочет в кустах с друзьями. Джаганнат Мишра очень разозлился на сына. Взял палку и сказал, ну ничего, ничего. Я проучу его. Где он? Они сказали, пойдемте с нами. И Джаганнат Мишра вместе с брахманами пошел из дома к гату. Но до этого девушки уже заметили, что знали, что брахманы пошли. И девушки знали, что брахманы пошли жаловаться Джаганнату Мишре, и они подумали, сейчас снимаю. Это была удивительная вещь, что все жертвы его проделок на самом деле любили его. Несмотря на то, что он доставлял им жуткие беспокойства, тайне они все благоволили ему и любили его. И вот девушки забеспокоились, что сейчас Нимаю достанется от отца. И девушки побежали искать его, предостеречь, что сейчас придет твой отец, потому что на тебя пожаловались брахманы. А друзья, с которыми он играл в это время, они засмеялись и сказали, теперь тебе достанется от папы. Но Нимай выглядел безмятежным. Он побежал в другом направлении, тут же убежал оттуда. Одел одежду на себя. Обтерся пылью. Взял ручку, там перо свое, накапал чернил себе, пятен чернильных на руки. И пошел с другой стороны по направлению к дому. Джаганнат Мишра долго его искал у гата, не нашел его и вернулся домой. И оказавшись дома, он увидел, что возвращается сын. И он подошел сразу и сказал, я слышал о всех твоих бесчинствах. Я слышал, о чем ты сегодня, что ты натворил там на гате. А Нимай удивленно сказал, ну я не купался сегодня еще, папа, я не ходил на гат. Я только закончил уроки. Я вернулся сразу со школы домой, я позже пойду омываться на гате. И он выглядел таким ангелом прямо. И Джаганнат Мишра увидел, что действительно на теле сына еще чернильные пятна, пыль какая-то, что он действительно пришел со школы сразу. Он подумал, как странно, зачем они на него наговаривали. My friends at school, they're very naughty, they make so much trouble.
Они мальчики, ну что поделать, папа, с этим я живу каждый день. Это все мои друзья такие устраивают проделки и все на меня сваливают. So because they make trouble for me, now I have to go there and make some trouble for them. Ну видишь, теперь мне придется отомстить им за то, что они вызвали столько беспокойства в нашем доме. Я пойду с ними разберусь сейчас. So then he left. И ушел. Jagannath Misha was confused. Jagannath Misha был в недоумении. He apologized to the Brahmanas. He said, извинился перед брахманами. I don't know what's going on, but if there's any inconvenience for you that my son has done, then please forgive me. Он сказал, я, знаете, сам не понимаю, что происходит, но все равно в любом случае я хочу принести свои извинения. Если мой сын вызвал какое-то беспокойство в вашей жизни, то я за него извиняюсь. The Brahmanas said, oh, Jagannath Misha. You are the most fortunate person to have a son like me. Brahmana сказать, Jagannath Misha, ты самый удачливый вообще на свете, что у тебя такой сын. Even though he is very naughty, but somehow or other, we feel great joy when we see him. Он, конечно, озорник у тебя, но радует он нас своим присутствием в нашей деревне. So just like Krishna in Vrindavan was very naughty, but he was Pitidrik Swadhi Abhir Ananda Kunde, but he is Lotiness, he was drowning everyone in bliss. So in the same way, Nimai here was drowning everyone in bliss, but no one could understand that he is Krishna. Подобно тому, как Кришна своим скандальным поведением во Вриндаван лили окунул всех вот это озеро блаженства, всех Враджаваси, Нимай Пандит таким же образом погрузил всех в озеро в нектар. Любви тут на Новодвипе. We can spend the whole 6 days. Тут можно запросто все 6 дней провести. Though he was very naughty. Несмотря на то, что он был озорником. And but with his elder brother Vishnu, he was very respectful. Но по отношению к старшему брату он вел себя очень почтительно. Was very respectful. Очень уважительно. Because and Vishnu also knew, but he didn't say to anyone, oh, my younger brother is Gopal. А Вишварук знал о том, что его младший брат это Гопал, но он никому об этом не говорил. So Vishwaroop used to go every day just nearby, we'll go there soon, to the Bhajan Kutir of Advaita Charya. Advaita Charya had a house in Chandipur, his main house, but he made a Bhajan Kutir on the bank of Ganga. He used to come at Ganga and he used to do Bhajan here and he used to teach. Вишварук каждый день ходил в школу на лекции в Баджан Кутиру Адвайты Ачарьи. Дом, резиденция Адвайты Ачарьи была расположена в Шантипуре, но тут он построил крошечную Баджан Кутиру, в которой он давал лекции по Бхагавад-гите и Шастре. You know that all the Upanishads, they are like Sar Upanishadu Ghavo, are like a cow. Upanishad is подобны корове. And the milker of the cow that is Gopal. А Гопал он доит коров. And if you want to milk a cow, you have to bring a calf, so that the milk will start to flow. Чтобы подоить корову, нужно к ней подвести теленка, чтобы молоко потекло у нее из груди. So that calf is Arjuna. И вот этот теленок это Арджуна. And then, because of the presence of Arjuna, then Krishna, the cowherd boy, is milking all the Upanishads and giving the nectar, that is Gita Amrita, the nectar of Bhagavad. Благодаря присутствию Арджуны, Кришна доит эту корову ведических знаний. И дает вот эту эссенцию этих знаний, Бхагавад-гиту. А вайшнавы — это те, кто вкушает вот это молоко, вот этот нектар. It's very difficult to understand all of the Vedas, but Krishna and Gopal is so kind, he has milked them and given us this. Поэтому это очень трудно понять. Essence of the Vedas is there. Но Гопал Кришна, он извлек, он подоил эти Веды, извлек эссенцию из них и дал нам эти знания в форме Бхагавад-гиты. That time in Navadvip, everyone was atheistic practically. И современники Махапрабху все были атеистами в Навадвипе. There was a small community of devotees, Murari, Gurudara Pandit, Advaita Acharya, Jagannath Mishra. Община преданных была крошечная по сравнению
с большинством населения, которые были безбожниками. So they used to meet and Advaita Acharya used to give class on Bhagavad Gita. Вайшнавы собирались в Баджан Кутире, Адвайта Ачарья, он давал классы по Бхагавад Гите. All the common people, they were so much against the truth of Bhakti. А вот общие массы, они враждовали с вайшнавами, им совершенно не нравилось бхакти. They used to criticize the Vaishnavas. Все время критиковали вайшнавов. In those days there was one type of entertainment called Arjat-Arjat. В то время существовало такое развлечение, которое называлось Arjat-Arjat. Arya-Karja. Arya-Tarja. Arjat-Arja. And it was a type of play with two people, and they would insult each other backwards and forwards. They would speak backwards and forwards, and it would come in the form of insults. То есть спектакль, который состоял из перебранки, диалог перебранки двух актеров. So they used to sing. The people they used to sing these songs, Arja Tarja. И люди пели эти песни, ария. Criticizing all pious people. Критикуя всех хороших и правильных людей. If they saw a Vaishnava, then they would say, "Hey, hey." То есть высмеивали Вайшнава. Singing a song like, "What's the point of being a chaste lady or a sannyasi or doing austerities? Because all those persons, they have to die anyway." То есть они высмеивали праведность, пели такие глупые свои комичные песенки о том, какой толк быть праведным, хорошим, если все равно здоровеньким умрешь. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Вот такого рода. They used to say that what kind of piety or success is there in being a Vaishnava. И высмеивали, какой толк быть вайшнавом. The real sign of good fortune is if you can sit on a palanquin surrounded by 20 people playing instruments and they carry you around. Толку быть вайшнавом. Лучше сесть на паланкин и пусть тебя 20 человек несут и поют тебе. И оркестр подыгрывает. Вот это жизнь. So the common people, they used to ridicule the Vaishnavas with this Arjat-Arjat. Ну и вот эти глупые люди, они все время высмеивали вайшнавов вот этими своими глупыми песенками. Vishwarupa was feeling very sad. I don't want to see the faces of these. И Вишварупа это удручало вот это отношение со стороны масс. Он думал, вообще не хочется смотреть в их сторону. Live alone in the forest than to see all these materialistic. Я предпочитаю вообще уединиться, жить в джунглях, чем вот с этими обывателями рядом жить. One day Advaita Acharya, the devotees came to the class. Advaita Acharya was still doing his puja, so he told Vishwarupa, "You speak." И однажды, когда вайшнавы стали уже приходить в Баджан Кутиру на лекцию, а Адвайта Ачарья все еще не закончил свою пуджу, он попросил Вишварупу, ты что-нибудь расскажи, пока я закончу пуджу. И Вишваруп стал давать лекцию. Он сказал, Кришну можно увидеть и познать только посредством бхакти. И он стал пояснять Гиту, но извлекая нектар ее, нектар преданности. Адвайта Ачарья, он совершал свою пуджу и краем уха слушал лекцию. И так порадовало его то, что он услышал, он просто встал, пошел и обнял Вишварупу. И благословил этого мальчика. Сказал, какой ты удачливый. So by hearing the classes of Advaita Acharya, then Vishwarupa realized that this world of external sense perception, to be involved in this is completely worthless. И слушая часто Advaita Acharya, Вишварупа осознал, что вот нет смысла жить в материальной среде, что это все бессмысленное существование. And when he was only about 15, he left home. И когда ему было 15, он вообще никого не предупреждая, не оповещая, он ушел из дома, принял саньясу. So this is to teach us. Это чтобы преподнести нам пример, показать нам. That if you want to transcend this world, you have to study shastra from a Vaishnava. Чтобы возвыситься над этим материальным миром, нужно изучать шастру под руководством вайшнава. Without being in the class and hearing the harikatha of a pure vaishnava, then the tattva gyan, the transcendental knowledge, will not manifest, and one cannot become detached from the world. Потому что отречение не придет, и вот эта тattva gyana не пустит корни в нашем сердце, если мы не слушаем эти наставления из уст чистого вайшнава.
что это важно слушать из уст реализованной личности, и тогда проснется вот это отречение. So, and if one is the hearing and the associating with pure Vaishnavas, then this type of jnana must come and one must become completely aloof from external sense objects. One's consciousness should be fully aloof from the external sense objects. Что когда кто-то общается с возвышенными вайшнавами, слушает их наставления, их объяснения таттва сиддханты, то придет вот эта истинная отстраненность от материи, то есть отстраненность сознания от объектов этого мира. So when Nimai Pandit heard that his elder brother, who he loved so much, had left home, he was crying, he was fully devastated. Nimai Pandit был убит горем, когда он узнал, что его старший любимый брат ушел из дома и что он его уже больше не увидит. Он постоянно рыдал. Nityananda Prabhu in Navadvipa is Balarama. В Навадвипе Нитинанда Прабху это Баларама. Nityananda Prabhu outside of Balarama, outside of Navadvipa is Mool Sankarshan. Но за пределами Навадвипа Нитинанда Прабху это Мула Санкаршан. So Nityananda Prabhu was doing Parikrama at that time. В то время Нитинанда Прабху еще совершал Парикраму по Индии. So, the Vishwarupa, when he left home, left Navadvipa, he is Mahasankarshan. Вишварупа, он Махасанкаршан, когда он ушел из дома. So he was traveling here and there after some time in Pandapur. He left this world. That means that the Mahasankarshan Vishwarupa entered into the Mool Sankarshan Nityananda and Vishwarupa came back to Mahaprabhu in the form of Nityananda. То есть он ушел, Махасанкаршан ушел из мира, он слился с Мул Санкаршаном, и когда Нитинанда Прабху вернулся в Навадвипу, то есть он вернулся в Вишварупа в форме Нитинанды Прабху сюда уже. So when Mahaprabhu met Nityananda, he's not only meeting Nityananda Prabhu, but also Vishwarupa. То есть он не только его брат Баларама из Кришналилы, но и его брат Вишварупа уже присутствовал в Нитинанде Прабху, когда они повстречались позже в Навадвипе, то есть как действительно его брат. So, after Vishwarupa left home, после того, как Вишварупа ушел из дома, Nimai was very absorbed in his studies. Nimai был предвзят учебой. And one day Jagannath Mishra came to Sachi Mata. И однажды Джаганнат Мишра подошел к Сачи Мате. And he said, "We have to take Nimai out of school." Он сказал: "Давай заберем его из школы." Because if he will study and become expert in Sanskrit, then after that he's going to study the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, and then he'll end up. Exactly what happened to Vishnu, he'll also leave us. Давай заберем его из школы, потому что боюсь, сейчас он владеет санскритом, потом начнет изучать Бхагавад-гиту, шастры, и произойдет то же самое, что произошло с Вишварупом. So we have to take him out of school. Лучше забрать его из школы. Study, no problem. Пусть дома с нами живет, надо ему это образование, просто будем с семьей. Мама Шачи сказала, но браман должен быть ученым. Что это за браман без учености? Как он выживет, когда он повзрослеет? Jagannath Mishra said, "What do you say? Where is it said in the Shastra that you can maintain yourself by education?" Он сказал, ой. I am educated and poor. Он сказал, ну и что? Я тоже образованный и бедный. Rich, откуда ты придумала, что тут ученость равняется состоятельности? Вот я очень образованный, и денег у нас нет. А смотри, сколько глупых, богатых там на улице ходят. Чего ты приравниваешь образованность к богатству. Это нет корреляции. Кришна сказал сам, что он будет содержать своего преданного, неважно, образованный его преданный или необразованный. So then, Sachi Mata was defeated, all right. Ну, мама Шачи согласилась. So then they came to Nimai and said, Nimai, you don't have to go to school anymore, just stay at home. И они пошли поговорить с сыном. Сказали, сынок, ты знаешь, завтра тебе в школу не надо идти, оставайся ты дома и делай, что хочешь тут. So then Nimai was staying at home. И Nimai остался дома. He was just playing. Просто играл.
He was very naughty. Sometimes he just go in the kitchen and smash his pots. Иногда на кухне он там все разбивал, все горшки. And then he went out into the garden. Потом перебрался. After they've been cooking in clay pots, the clay pots are all black from the fire, from the wood fire, and they throw them there. So then Nimai, it's considered to be a contaminated place. It was sitting in the middle of all the black sooty pots. Потом он отправился в огород, и там была гора вот этих использованных горшков глиняных, которые покрыты сажей. После того, как в них готовят, они одноразовые, их выкидывают и считаются уже оскверненными. Он забрался на гору этих горшков. His golden form became covered in all black soot. Стал покрыт сажей, стал уже черным. Соседи пожаловались, о, сын твой играет на мусорной куче, вы знаете об этом. Мама Сати вышла и говорит, Нимай, сынок, ты ж сын брахмана, зачем ты забрался на мусорную кучу? He said, how do I know this is contaminated or not contaminated? I have no education. Он сказал, откуда у меня знания, как я разбираюсь, что грязное, что чистое, я не образованный. Said, why are you calling this place contaminated? А с какой стадии ты решила, что это мусорное место? These are the pots which were used to cook the bowl for Lord Vishnu. You have not seen the dogs at Vishnu. It was these bowl pots. Это кувшины, в которых мы готовили подношения для Господа Адхаксаджа Вишну. Почему ты называешь их оскверненными? Еда была в этих горшках, ее предложили Господу. Я вообще... Как я могу оскверниться, если я сижу на горшках, из которых готовят Господу? Наоборот, это святое место. Just as all the avatars are present in Krishna when he comes to this world, so when Krishna comes in the form of Mahaprabhu, all the avatars enter into him. So then he went into the avesh of the Avadhut Brahmin Dattatreya. Подобно тому, как Кришна это аватария, все аватары экспансии Господа присутствуют в нем, и Махапрабху это тоже аватария, и вместе с ним присутствуют все аватары, когда он приходит на землю, он превратился в Авадута Дататрею. So then Nimai was explaining to his mother. И стал наставлять маму. What is pure, what is impure? Что чисто? Майте батра батра гян сава манудан, эй бала, эй манда, эй сава бран. In this world, what is pure, impure, what is good or bad? This is all the religion of the mind. Он сказал, чистое, грязное, хорошее, плохое, это все манодарма, все это религия ума в этом мире. The experience that we have through the material senses of the dualities of this world, this is all darkness. Все наше сенсорное восприятие дуальных объектов мира, это все тьма. So everything is bad in one sense. По факту тут все so плохое. So why you say it's good and this is bad? Поэтому что, зачем придираться, это хорошее, это плохое, тут все плохое. Only when anything is connected with Krishna and used in Krishna's service, anything connected with bhakti, this is good. And everything else, there's no good or bad. This is just nothing. Тут в этом мире нет ничего хорошего. This is only illusion. Тут все дуальность и иллюзия. Кроме того, что соприкасается с бхакти, это и есть хорошее. Если что-то имеет какой-то контакт с Кришной, все остальное это ненужное. So in this way, Nimai was speaking the truth about the dualities of this material world, and the only thing which is auspicious. И таким образом, Нимай по настроении Дататреи он поведал вот эту татву о дуальности этого мира и о том, что единственное достойное в этом мире это бхакти и все связанное с Кришной. Соседи собрались, слушали его. And see him all covered with the black suits. Черный в саже. It's Gopal. Они Madan Gopal. Подумали, Madan Gopal сидит. So then his mother thought, oh, he's complaining that he has no discrimination because he has no education. So then she spoke with Jagannath Mishra and they decided to put him back in school. И мама услышала жалобу сына, то есть поняла, что он говорит, что у меня нет вивека из-за того, что вы меня забрали из школы. И посоветовалась с мужем, говорит, давай пусть он вернется в школу. So now Nimai was again studying the grammar. And afterwards, when he completed grammar, и он продолжил изучать грамматику, потом, овладев грамматикой, перешел к Навья-Ньяй, к логике. So, Сачимата and Jagannath Mishra, why did they take him out of school? They're so attached to him, they're feeling separation even while he's there with
Они забрали, Джаганатха Мишра и Мама Шачи забрали сына из школы из-за того, что их любовь была очень сильной. Они были настолько привязаны к нему, им даже они испытывали разлуку, даже находясь рядом с ним. Считается, что там, где есть любовь, всегда там тревога по поводу возможных каких-то проблем. Всегда чувство тревожности возникает о том, что что-то может пойти не так. И однажды Джаганатхе Мишре приснился сон. Он проснулся и стал молиться, рыдать: «О Говинда, о Кришна, пожалуйста, не забирай моего Нимай, не забирай, дай ему остаться тут». Мама Шачи прибежала. «Что случилось? Почему ты так молишься? Почему ты плачешь?» Джаганатха Мишра сказал: «Мне приснился сон. Он сказал, во сне я увидел, что Нимай идет в окружении огромной многотысячной толпы, и все поют святые имена. И во сне у него была бритая голова, у него не было волос, и он был в шафране. В руках у него были камандалу и данда. И он танцевал в Джаганатха Пури. И вместе с ним танцевали огромные толпы людей. Мама Шачи попыталась успокоить мужа. Ты не расстраивайся, не расстраивайся. Этого не случится, это просто сон. Ты смотри, он очень любит учиться, и он сейчас занят образованием. Он не оставит нас. But the anxiety of prema of Jagannath Mishra was too intense and showed afterwards. Вот это беспокойство, сила премы Джаганатха Мишры было такое сильное, что через некоторое время он ушел из мира. So in an attempt to keep Nimai here, Satyamata arranged his marriage to Lakshmi. И вот пытаясь всеми силами удержать Нимай дома, мама Шачи устроила помолвку сына с Лакшми Прией. What happened next, we'll explain it. А что произошло после этого, мы узнаем вечером. Because we have so many places to go to. Потому что нам надо еще посетить множество мест. А мы тут оказались. Try to always be sinking in the nectar of Gaura Lila. Пытайтесь всегда находиться в нектаре Гора Лилы. Потому что Лилы Кришны очень трудно постичь. И еще труднее их осознать. Но если у вас появится какое-то чувство любви, привязанности, преданности читания Махапрабху, связь с ним и ощущение себя слугой, слуги, слуги читания Махапрабху, то вскоре проявится привязанность и понимание лил Радхи и Кришны. Yeah.